В парковом комплексе истории техники имени Сахарова заканчивается монтаж выставки «Дорога истории. Наша победа». Осенью прошлого года она с успехом прошла на площади Куйбышева в Самаре. Множество интересных тематических зон представят фронт и тыл Великой Отечественной войны. Можно будет заглянуть в цех военного завода, солдатскую землянку или в комнату в блокадном Ленинграде. Выставка интерактивная и расположена как на открытом воздухе, так и в помещении железнодорожного депо. Для осмотра будут доступны также и некоторые экспонаты паркового комплекса. Грузовые автомобили, тракторы, ракетно-зенитные комплексы и паровозы. Самые интересные, самые яркие моменты, которые будут, они у нас будут проходить интерактивные площадки с 11 часов до 18 часов. То есть у нас будет задействовано более 100 человек ежедневно. Это будут волонтеры, актеры, сотрудники учреждений культуры, спорта, образования. То есть абсолютно разные отрасли объединяет наша выставка. Выставка предназначена для семейного просмотра. С 1 по 7 мая вход будет свободным.